щетки от вредителей. Это зоошампунь, самый обычный дешевый зоошампунь, который содержит в себе компонент, который убивает и парализует. Сначала парализует, потом убивает все живое, насекомое, вредителей, это клещи, блохи. Соответственно, это действует на насекомых, которые живут и вредителях, на растениях. Проверено на моих розах. Я так травила тлю. Проверено на моих орхидеях. Я так для профилактики обрабатываю от паутинного клеща, от всякой мелкой гадости, которая может принестись с балкона, с улицы и тому подобное. Раньше я использовала вот такой вот препарат и до сих пор ним пользуюсь. Очень-очень хороший препарат. Это самшит. Он идет от вредителей и от болезней. Два в одном. То есть два пакетика сливается в один. Я пользуюсь ним как в саду, так и оставляю себе для комнатных растений, в том числе для орхидей. Также еще очень хороший препарат, очень похож на самшит. Он называется Гулливер. Тоже я испытала на своих орхидеях. У меня на орхидеях ничего не живет. Поверьте, листы чистые и ничего не заводится. Фу, конечно. Вот. Я не знаю проблем. Просто я делаю регулярные профилактики. Допустим, занесла новое растение, приобрела новое растение. Я сразу же его обработала. Поставила на карантин, обработала через 10 дней еще раз. Если понадобится, обработаю и третий раз. Пока я не буду уверена в этом. Ну, теперь я экспериментирую с зоошампунем. Мне очень-очень нравится результат. А какую я беру концентрацию? Концентрацию, честно, я для роз брала на глаз. Также травила тлю на деревьях, тоже очень помогает. Видно на глазах, когда тля, она парализуется, меняется цвет с ярко-зеленого салатового в такой уже более коричневый. На следующий день они полностью мертвые, такого коричнево-болотного цвета, неживого. Вот. Поэтому концентрацию, ну, сегодня я взяла, налила вот столько воды, несколько капель для орхидей. Вот, я обработала свою орхидею. Самшита я беру каплю на вот такой вот пульверизатор. Маленький, я не знаю, это, наверное, 500 миллиграмм. Вот. Я себе его переливаю в баночку, темную, со стекла, он может храниться очень-очень долго, проверено. Если откроешь пакетик, оно портится быстро. А если его перелить, герметично закрыть в темное стекло, отлично. Можно брать в любой момент и пользоваться этим препаратом. После зоошампуня тоже нужно помыть хорошо руки с мылом. Вот. По токсичности он вообще, он самый, наверное, безопасный по сравнению с всеми остальными препаратами. Потому что он используется на кожу животных. Единственное, что нельзя зоошампунь для беременных и кормящих животных. Ну, соответственно, если вы беременная и кормящая мамочка, вам тоже нельзя контактировать, вдыхать испарение, и чтобы на кожу рук не попадало. Свой цимбидиум я обработала точно таким же способом, зоошампунем. Thank you.